родились, собственно, под влиянием каких-то жизненных факторов. По-моему, в 2008 году у нас дома был ремонт, и я с мужем и с ребенком, которому тогда, с первым ребенком, с Ульяной, которому тогда еще годик только исполнился, переехала к маме с бабушкой жить месяца на два. Вот. Это было время достаточно плотного общения с бабушкой, когда она мне рассказывала всякие семейные истории, которые я записала, и какие-то там родословную свою рассказывала. Вот это был последний момент, когда я вот с ней так плотно общалась, потому что дальше уже события закрутились стремительно, а через 2,5 года она умерла. Вот. И фактически вот сейчас будет песня, она называется «До скорого свидания». Я не знаю, я, наверное, как-то предчувствовала, что будет уход, а как бы уход начался не с нее, сперва там умер отец, потом еще одна бабушка. В общем, за пару небольших лет я потеряла несколько ближайших родственников. Вот. И вот сейчас песня будет, которая, наверное, посвящена этому расставанию. Вот. Песня тоже, она не песня, а как я называю, стихотворно вокально-инструментальная композиция. «Воскресенье и жизнь». Извините, а можно вопрос? А вам гитару хорошо слышно вообще? Да, да. Хорошо, потому что мне тут непонятно, мне почему-то кажется, что тихий звук. Ладно. А, во, монитор пошел. Монитор прибрать можно в половину. Посмотри, и будет плакать дождик, уходящий, падая в ладошки. И будет стебелек сухой махать до скорого свидания. И будет влажный миг и чёрный луч, сходящий по оконной раме. Помянет так, что не узнаешь, кто здесь будущий, кто прошлый, кто настоящий. И отпустив дыхание сбитое неистовым потоком листопада, ты отпоминаешь в изуродованном теле отходящий дух нетленный, что подарил одно на всех обетование о грядущем воскресенье и жизни. Пытался угадать по кадрам, по штрихам, по кольцам на древесном сколе. Из древли порушенное сомкнется и загорится новой силой до будущей доли. Смотри же, кто из нас здесь старше, кто моложе, и все в одной одежде, и ночи ветхи ризы кожи. И я не знаю, и никто здесь не откроет той таинственной преграды. Пока мы рядом, только кто из нас кого покинет первым, ведаешь ли, он подарил одно на всех обетование о грядущем воскресенье и жизни. Thank you.